Порно-актриса Адель прокомментировала уход из «Холостяка-11». «Меня больше не воспринимают». В пятницу, 19 марта, шоу «Холостяк-11» покинули сразу четыре участницы, причем две из них ушли из проекта добровольно. Среди них экс-порно-актриса Адель Асанти, она же Анастасия Распутина, которая недавно рассказала о составляющих крепких отношений. Она прокомментировала ситуацию в соцсетях и рассказала, что дало ей участие в шоу. На личной странице в Instagram Настя показала свой образ для последней встречи с холостяком Михаилом Заливака и поделилась эмоциями. Девушка предстала в образе современной Кармен, в ярким цветком в волосах, в белой блузе с рукавом валанами из фатина и красных брюках. Настя сообщила Михаилу во время визита в один из домов, где жили участницы, что ей тяжело, и она хотела бы добровольно уйти из шоу. Холостяк предложил девушке переехать в другой особняк, ведь он не хотел ее отпускать, но Настя была непреклонна в своем решении. Она призналась, что боится привязаться к мужчине и влюбиться в него настолько, что уход станет для нее очень болезненным и трагичным. Тогда Михаил провел участницу к машине и попрощался с ней. О моем уходе с проекта. Я остаюсь обычным человеком, но меня больше так не воспринимают. В моей жизни произошли большие изменения, я познала себя, а вот Михаилу я желаю обрести любовь на проекте», — обратилась она к поклонникам и холостяку. Ранее в разделе Stories, отвечая на вопросы подписчиков, Настя призналась, что стало самым значимым событием в ее жизни. «Проект «Холостяк» — самое яркое событие в моей жизни. Он перевернул мою жизнь на «да и после». Я раскрылась, показала свой внутренний мир миллионной аудитории отметила Настя Адель. Скриншот instagram.com slash Напомним, что ранее Адель Асанти рассказала, что после окончания «Холостяка-11» намерена вести личный блог о сексе и будет продолжать учебу на сексолога. Текст озвучен в Яндекс Клауд.